Рад приветствовать вас, уважаемые зрители. Рад приветствовать своего коллегу Василия Соловьева. Меня зовут Юрий Розанов, и мы сегодня с вами будем смотреть футбол. С этого самого фланга есть возможность начинать свою атаку. Вступают игроки в борьбу за мяч, довольно жестко получается. Опасно! Забили, забили! Назвать и стыком. Жумана Камара. Забирает голкипер мяч. Этот перехват ослабит давление соперника. Очень вовремя. Удар неточный, нервы в узел и играть дальше. Серьезный перевес одной из команд. 2-0 после 45 минут игры. Судья дает свисток и начинается второй тайм. Культура паса, культура игры. Казалось, что защитник сыграл идеально, но только казалось. Соломон Рондон. Бабуэна. В эпизоде хорош, но это еще не все. Мяч в игре, и он рядом с воротами. Сам про себя, но виноват-то все в равной степени. Оборона команды просто решето сегодня. Видно, вот так. Ну, увеличивается разрыв. Плохая передача, но еще бы ее не перехватили. Вступают игроки в борьбу за мяч, довольно жестко получается. Отскакивает мяч.
И опекуна рядом больше нет. Своевременный перехват, можно перевести дух. Голкипер с этим ударом. Достаточно сложный удар. Он сегодня и на более простые реагировал нервно. Ну, просто такое впечатление было, что он в начале матча не мог собраться. Как будто его что-то раздражало, что-то ему мешало. У него ничего не получалось. Ну... Алексей Березовский. Опасный момент. От вратаря в ворота. Теряет снова. Отвоевать себе удобную позицию штрафной тоже искусство. Неплохой удар. Вратарь на месте. Ну так бить просто вратаря не уважать. Даром отдать ему мяч. Ну не ладошкой же его отбивать. Все правильно сделал. Удар! Кто победит, совершенно понятно. И одна из команд, тоже понятно какая, покинет поле в очень нехорошем настроении. Думбия. Очень дальний удар и очень спокойный действие. Делает свое дело спокойно. Был бы гол, и ведь будем правы. Развеселые 5-1 на табло. Финально.